Ну, вот эти две красотки, конечно. Всеми любимые, всем известные. Все-таки коричневатые краешки. Это вот от заморозков, к сожалению. Не будет вот. Тут даже листики такие покореженные. Это морозцом прибивало. Ничего не сделаешь уже. Но, тем не менее. Тем не менее. Цветет и умничка. Лавсонг. Eyes for you раскрылась просто сегодня почти вся. Не могу на это я налюбоваться. Это, конечно, что-то великолепное просто. Невероятное. Роза, конечно, как и дистандрамс, рекомендую от всей души. Ну, конечно, если вы любите розы в такой гамме. Тут коралл-желе. Скоро распустится. Ну, дистандрамс. Вчера был один цветок, распустились два бутона. Это такая просто шапка. Шапка еще и с пчелами. Сегодня она распустилась вся. Невероятная моя красавица дистандрамс. Розаман Жанон первый цветочек открыл. Вот. И продвигаюсь я к Делии. Красивая очень роза. Если сможете оценить красоту, несмотря на такой фон не очень приглядный. Лепестки нежные, но цветок она держит. Вот это уже третий день, по-моему. Их много, но видно, что шраб. Большая красивая девочка. Фарфоровая. Красивая фарфоровая девочка. Мамуля звонит, мамочка. Сейчас я тебе перезвоню. Такая она. В высоту 1,20 м, и в ширину, наверное, уже тоже 1 м. Красавушка. Я знаю, что цветы с возрастом будут больше.